Когда не было ни телефонов, ни смартфонов, ни телевизоров. Была страшная скука. Нет, были сказители. Да, они ходили из деревни в деревню, из края в край, из села в село и рассказывали истории. А иногда все население села или деревни собиралось, чтобы послушать сказителя. Да, набивалась целая куча народу. Бывало, все, от мала до велика, так заслушивались сказителя, что вообще забывали про работу в доме и хозяйство в поле. Сказителю в доме выделяли самое почетное место. Так. Спасибо. У печи. Сказитель, старец. Длинной бородой. А почему с бородой? Ну хорошо. Старец без бороды. А почему старец? Ведь сказители мог быть и не старец. Да! Были! И сказительницы! Так гуляла я в лада, да в саду я додурмала. Ой, Галина, ой, Марина, в саду я додурмала. Да, спасибо. Сказитель садился, настраивался. И спрашивал у всех, какую историю они сегодня хотят услышать. А для чего? Откуда у вас? Откуда явился камень на берегу нашего озера? Да. Кругом ни камень, ни камня, ни гальки, а тут камень. Да еще похожий на лебедя. Ха, точно, на лебедя похож. Да. Смотрите, крылья раскинул и шею вытянул. Мужики-то наши пытались камень сломать, да не получилось. Копали вглубь, чтобы посмотреть, как глубоко он в землю посажен. Не докопались. А парни-то возле этого камня невест дожидались. Точно. Весной прилетали к нам лебеди. Покружат над камнем. Покружаться над камнем. И только потом начинают гнезда вить. Так получается, что и для птиц камень-то необыкновенный. Отчего и как это получилось? Расскажу вам я. А почему ты его? Мы тоже хотим рассказать. Ладно, хорошо. Мы расскажем. Но начну я. Жил как-то в одной деревне. Игнатка. А парень был красивый, статный и характером добрый, и смелый, и сильный. Только одна беда. Беден был. Беден. Ни кола, ни двора у него не было. Родители его рано умерли. Пришлось ему по чужим людям ходить. За любую работу браться. Раньше ведь как говорили, не родись красив, а родись богат. У кого кошелек, тому и доля была. А бедному-то и доли не было. Вот так и выходило, что ни одна сваха не бралась
для Игнатки невесту сосватать. Да Игнатка и сам понимал, что на голом месте свадьбы ты не сыграешь. Оттого и сторонился людей. Забрал и крылышко ей подлечил. Пока она выздоравливала, он за ее птенцами присматривал, подкармливал их, ну, червячками, жучками, разными семечками. А потом, когда Синичка выздоровела, они с Игнаткой неразлучные стали. А осенью собралась Синичка в дальние края. А моя Синичка-невеличка что, уже улетела? За Урал. Я? А ты что грустишь? Легко тебе. Ты сейчас улетишь, а я здесь останусь. А скоро зима. Опять идти кому-то в дом наниматься. А ты сам-то чего желаешь? Ты скажи, я все для тебя сделаю. Не знаю. Ни золота, ни других богатств мне не надо. Вот только не смейся. Хорошо, не буду. Мне бы два крыла и улететь, как птица. Если б правду сказала Синичка. Правду сказала? Да. Правду? Да. А если обманула? Обманула! А если сказала, чтобы меня обнадежить? Обнадежить! Будь что будет, да? Да будь что будет! Thank you.
Как тебя зовут? Катерина. А тебя? Меня Игнатка. А я тебя тут раньше не видела. Я тебя тоже здесь раньше не видел. А ты в деревне живешь? Да. Да. Странно. Странно. Рядом живем. Одними дорогами ходим. Одними дорогами. А раньше никогда не встречались. Не встречались. Соловей поет. Красиво как. Заливается. А ты будешь со мной дружить? А мне все равно. Дружите не во сне, это слышу. Как видишь, не во сне. А мы всю жизнь будем вместе. За кого? А в деревне жил богатый мужик. С горбом. Одна нога короче другой. Зато все его боялись. И не потому, что он был на вид страшный. С нечистой силой водился. И поговаривали, что по ночам он эликсир какой-то варил. И золотишко. Вот за этого злодея и выдают качку. Отец Катерины был мужик жадный и за копейку ударится. Горбун его на этом и подловил. Раз, два, 100 рубликов Катерине дал. А отец Катерины и согласился. Продал, получается. Да отец всю жизнь нищеты боялся. А счастье дочери-то не подумал. Счастье. Счастье у каждого разное. Она за ним будет, как за каменной стеной. О, вот так стена, не пройти, не перелезть. Зато перелететь можно. Чего? Как перелететь? Как перелететь? А завтра же пойду к твоему отцу, в ноги поклонюсь. А если...
если выгонят? А если выгонят, то убежим. Не бывает свадьбы, клянусь тебе. Веришь мне? Под солнышко лучи, прозрачные ключи на чистые воды, где мир да свобода, где ты да я, никому тебя не отдам. Тихо вроде. Здравствуй, Моисей Патыч. Как поживаешь? Гордей Гордеич. Какими судьбами? Самыми обыкновенными. К действию пришел будущему за советом. За какой же из меня советчик? А вот сейчас мы поглядим. Скажи, что мне в день свадьбы невесте подарить? Брошь золотую или цепь на шею? Конечно, цепь. И богата. И не убежит. А говоришь про плохой советчик. Вот, смотри. Что-то блеклый какой-то, точно золото? Золото, золото. Я на этом буду соли съем. Главное, чтоб невеста рада была. А куда же она денется? Сейчас зима придет, свадьбу сыграем и пир закатим. По рукам. Вот еще что. Я тут эликсир готовлю. Какой такой эликсир? Молодости какой еще. А зачем он тебе, Гордей? Хочу, чтобы Катерина молодым меня полюбила. Полюбит и таким. А коль не полюбит, поздно будет. Ой, смотри, не переборщи, как бы тебе в младенца не превратиться. А хочешь... Я и тебе приготовлю. Не надо. Мне зачем? У меня молодой жены нет. Вот если бы он годы протревал, тогда другое дело. Будет и такое, всему свое время. Но ты наколдуешь, а? Моисей Патыч, ты понимаешь, мне же не терпится, когда зима настанет и Катерина моей станет. Ну ты ж потерпи. Ну я же не могу терпеть. Но... Придется. Придется. До скорого, сестер. До скорого, сетек. На следующий день пошел Игнатка к отцу Катерины. Ха! А отец его даже на порог не пустил. А в конце еще собак выпустил. Иди, говорит, дескать, отсюда. Вот тебе и невеста. И не лезь куда не надо. Быстро. Спи, ешь. Ешь, спи! Долго ходил Игнатка у дома Катерины. Да только ее нигде не видно было.
будто с белого света сгинула. Видишь? Нет. Видишь? Нет. Девушка же не иголка. В стоге сена не спрячешь. А от людского глаз ты не скроешь? Отец ее с порога не пускал никуда. Она в горнице заперта. А скоро ж зима. Скоро ж свадьба, надо же идти получать. Ну. Я сама попробую ее вызволить. Давай ты. Я? Давай вместе. Давай. Жди. Невеста к вечеру будет. Точно? Точно. Точно будет. Серебряный полет.
светлое. Небо ясное. Ночь прекрасная. Земля, матушка, помогите нам с милыми. Любовь и дружбу нашу навек сохраните.